маточные деревья опылителя для диплоидных слив абетти. Необходимо иметь в каждом саду такой опылитель для хорошей опыления, хорошей завязанности урожая. Сам опылитель дает вот такие небольшие плоды. Они съедобные, но как плоды особой ценности не представляют. Мелкие, висят долго. В этом году плодов мало. В прошлом сезоне были благоприятные более условия, и плодов было очень много. Опылитель абетти.